Этот турнир станет последним международным тестовым мероприятием перед играми. Он пройдет с 27 августа по 1 сентября. На льду сразятся 67 спортсменов-паралимпийцев, получивших наивысший рейтинг IPC по итогам чемпионата мира 2013 года. Это слэш-хоккеисты из 4 стран – России, Канады, Чехии и Норвегии. Всего пройдет 10 матчей. Состязания будут обслуживать 17 судей из разных стран мира. Сегодня стартовал отборочный тур. Началась борьба со встречи сборных Норвегии и Чехии. Затем сыграли Россия против Канады. 30 августа команды проведут последние тренировки перед решающими полуфиналами. Они состоятся в субботу, а в воскресенье встретятся победители.